Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь и некие сотрудники Федеральной службы безопасности ФСБ предположительно могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании – Danske Bank. Об этом сообщают газеты «Берлингс» и «Британская Гардиан», ссылаясь на отчет неизвестного лица, отправленный руководству банка в Копенгагене. В документе говорится, что счета были зарегистрированы в эстонском отделении Danske Bank. Руководству кредитного учреждения стало известно, что один из клиентов подал ложные сведения в регистрационную палату Великобритании. Компания Lantana Trade LLP, зарегистрированная в офшоре, сообщила регулятору о неактивном статусе и полном отсутствии финансового оборота. При этом в Danske Bank эта структура проводила транзакции на миллионы евро и делала крупные вклады. Несколько позже, благодаря опубликованному банковскому отчету, выяснилось, что Игорь Путин вместе со своими коллегами выводили деньги за рубеж и там отмывали их в местных банках. Отмытые деньги оседали в офшорах на Маршалловых и Сейшельских островах. Это стало известно благодаря публикации отчета о ведении операции Игоря Путина в одном датском банке. Цифры фигурировали немалые – от 2,2 до 3,3 миллиардов долларов. За день ребята во главе с двоюродным братом Путина отмывали примерно 10 миллионов рублей. Крупнейший банк Дании Danske Bank потерял в торгах на бирже за сутки 1,6 миллиарда долларов, когда стало известно об отмывании российских денег. Сообщается, что дочка в Эстонии могла использоваться для этой цели российскими спецслужбами и высшим руководством страны. В докладе одного из директоров банка отмечено, что финансисты заметили сомнительные транзакции со стороны двоюродного брата Путина. Скандал с отмыванием российских денег через прибалтийские страны, уже похоронивший третий по активам банк Латвии, продолжает набирать обороты. В 2013 году главный банк Дании заметил подозрительные транзакции и закрыл около 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией. Сейчас банк проводит внутренние расследования и продолжит проверки в эстонских подразделениях до конца года. Пресс-секретарь Песков, как всегда, ничего не знает и сообщает, что это не вопрос Кремля. Ну, может, как обычно, пургу гонит. $400 миллионов от «Единой России» и 22 фондов поступили на финансирование избирательной кампании Путина. Деятельность фондов, спонсирующих президентскую кампанию Владимира Путина, непрозрачна, а их источники финансирования тщательно скрыты, сообщает зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание «Медуза». Журналистам не удалось обнаружить сайтов с опубликованной отчетностью ни у одного из фондов, финансирующих президента. Однако, как удалось выяснить «Медузе», спонсоры кампании связаны с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, знакомым президента Геннадием Тимченко, а также родственниками федеральных чиновников и политиков. По доступной информации можно сделать вывод, что в некоторых случаях деньги и ресурсы фондам предоставляло государство и госкомпании. Как обнаружила «Медуза», судя по данным Spark, некоторые региональные фонды в последний год серьезно разбогатели, выделив на кампанию Путина средства, в несколько раз превышающие их поступления за 2016 год. Удивительно, но та же «Медуза» приводит еще более ошеломляющие факты.
Фонд народных проектов и Фонд поддержки будущих поколений в 2016 году получили более 1 миллиарда рублей. Однако на кампанию Путина они перечислили всего по 2 миллиона. Но остальные, видимо, ушли на поддержку или в проекты. Какие, трудно сказать. Как отмечает «Медуза», у фондов нет собственного сайта. Их учредители Ольга Шабалина и Юрий Пузыня заявили, что не связаны с деятельностью фонда более 2 лет, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы. Представитель «Единой России» также сообщил «Медузе», что в партии об этих организациях ничего не знают. Юридический адрес Фонда народных проектов – Москва, Банный переулок, 3. По этому адресу зарегистрировано еще 26 компаний. Кстати, там же и главный офис «Единой России». В Национальном фонде поддержки регионального сотрудничества и развития, это бывший фонд поддержки «Единой России», так ответили на вопрос об отчетности. Сайта нет, вся отчетность в Минюсте и налоговой, мы не публичная компания, давайте закончим эти разговоры, ваши звонки утомили. Самый дорогой музыкальный инструмент мира – виолончель работы Страдивари. Она была приобретена у наследников Ростроповича за 20 миллионов долларов. Все прочие инструменты из топ-10 проданных в сумме стоят гораздо меньше. Ни один инструмент топ-10 не приобретался Сергеем Ралдугиным. Последний инструмент из топ-10, по данным Forbes, стоил 25 тысяч долларов. Таким образом, если Сергей Ралдугин и приобретал какие-то музыкальные инструменты, то по цене не выше 25 тысяч долларов за штуку, а значит, должен был купить на свои честно заработанные офшорные деньги около 80 тысяч штук таких дорогостоящих инструментов. Всего в России насчитывается чуть более 3000 детских музыкальных школ, 176 средних, и 45 высших учебных заведений этого профиля. Итого, на каждое из них должно приходиться не менее 20 инструментов экстра-класса. Иными словами, на 2 миллиарда долларов можно скупить весь мировой запас Гварнери, Амати и Страдивари, и еще останется на Стенвей в каждый сельский клуб. Правда, их там нет. То, что Ралдугин держал в своих офшорах именно путинские деньги, подтверждается тем, на что они тратились. К примеру, участок земли в Приозерском районе Ленинградской области. На этом участке расположен горно-лыжный курорт Игора. По данным Reuters, в этом месте в феврале 2013 года состоялась свадьба дочери президента. Яхт-клуб на берегу Ладожского озера, где любит отдыхать Владимир Владимирович Путин, в том числе и на яхте. Дача Виндера, отель класса премиум на Ладожском озере, о которой уже давно писали СМИ, как об одном из предполагаемых дворцов Путина. Ледовая арена «Шайба», на которой Путин играл в хоккей. Ранее Центр по расследованию коррупции и организованной преступности, объединение средств массовой информации и отдельных репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, в Латинской Америке и Африке, проект был основан в 2007 году, в Сараево, Дрю Салливаном и Полом Радо,
Так вот, этот центр пришел к выводу, что связанные с Владимиром Путиным деньги, это около 24 миллиардов долларов, контролируют люди из ближнего окружения президента. По данным авторов расследования, 24 миллиарда – это деньги членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи. Издание отмечает, что большая часть этих людей связана с нефтегазовыми активами или госкомпаниями – Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Ротенберги. Центр пишет, что основных кошельков Путина три. Владелец и генеральный директор ООО «Акцепт», сын двоюродной сестры Путина Михаил Шеломов, бывший совладелец нефтяной компании «Генвор» бизнесмен Петр Колбин, а также виолончелист Сергей Ралдугин.